это голос Бога. И музыка должна помогать людям. Музыка должна нести свет. Я не мог просто сидеть и смотреть на это все, поэтому мой смысл был и приехать сюда и подарить музыку символически. У меня философия такая и у нашего фонда, что музыка звучит там, где ее не ожидают. Название фонда Looking at the Stars – это про ту ситуацию, когда нет возможности ничего больше видеть, но ты все равно поднимаешь глаза и ты смотришь на звезды. И мы вышли в Дом культуры Ирпеня и поставили рояль перед ним, чтобы музыка снова звучала и чтобы она была слышна в городе. В таких местах, вот в такой трагедии, вот я думаю, что музыка, она, ну, какой-то свет оставит. Убить все могут материально, но внутренность они не убьют. Украина победит.